В России скончался конструктор подлодки «Корск». Игорь Баранов скончался в Петербурге. Генеральный конструктор ЦКБ «Рубин» Игорь Баранов, который сконструировал атомную подводную лодку «Корск», умер в Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет. Об этом сообщает «Фонтанка». Издание отмечает, что Баранов является отцом атомных подлодок. Именно он сконструировал подводный крейсер «Корск». Конструктор возглавлял работы над созданием подлодок проекта 949 «Гранит» и проекта 949 «Антей». К последнему проекту относилась и «Апл Корск», говорится в сообщении. Как сообщалось, 12 августа 2000 года в Баренцевом море утонула подводная лодка «Корск». В результате погибли 118 подводников Северного флота. По заключению экспертов, смерть моряков «Корска» наступила по времени от нескольких секунд до 6-8 часов после взрыва, и к моменту обнаружения лодки 13 августа спасти 23 моряка, остававшихся в девятом отсеке, не представлялось возможным. По материалам сайта newsgro.com.